поиграл в эту игру, Арина поиграла в эту игру, а про меня все забыли. А давайте я вместе с вами ее пройду. 12 замков. Подводное приключение. Начинаем играть. Сегодня мы с папой решили заняться дайвингом. Лиза, посмотри, как тут красиво. Папа, смотри, сундук с сокровищами. Давай его откроем. Давай, но для начала нам придется отпереть все эти замки. Итак, тут у нас... Рыба-ключ. Интересно, я ее взяла. Смотрите. Помоги мне пройти эту игру. А для этого подпишись на канал и поставь лайк за 5 секунд. 1, 2, 3, 4, 5. Успел? Ты супер! Вот такие прикольные пузыречки. Так, нам, короче, нужно открыть все 12 замков. Это кто? Это осьминожек. Я знаю. Так. А это что за пупырышка такая непонятная? Так, я тут у какой-то птички забрала перышко. Что с ним делать? Я рыбок собираю. Интересно, зачем мне эти рыбки? О, скелетончик. Я нажала на его шляпу, у него высунулся костяной ключ. Идем дальше. А интересно, что это за фигня розовая торчит? Это что? Ого, какой длиннющий ключ. Интересно, для чего он? А что с осьминогом делать? Ему что, рыбку надо скормить? Это что было? Ой, я пощекотала осьминога, и он выплюнул ключ. Плывем дальше. Медузки. Они не хотят мне отдавать коралл. Какие жадные медузки. А, вау, прикольно. Это ключик-леденец. Короче, я разогнала медуз и выпал ключик. Так, эти ключики нужно использовать. Вот это ключик-леденечек. Это осьминожий ключик. Это рыбка. Это у нас... ключик скелетона. Это рыба-ключ. Это розовый ключик. Открыли. Нам остался желто-коричневый ключ и белый ключ. Серый. И зеленый ключ. Ой, это тут. Ой, мамочки, это кто? А, это скелетончик. Его нужно собирать. Понятно. Давай сейчас соберем. Так, сейчас все повертем. Я собрала черепок и открыла сундучок. Не до конца. Так, а что с кактусом делать? О, прикольно, ключик. Быстрее ловим кактусовый ключик. Вот, как раз идет к сундуку. Так, что я здесь не тыкала? О, камешки на земле лежат. Попробуй-ка их потыкать. О, с первого раза код попался. Так, 528, все. Запомнил? Запомнил. 528. Сюда. 528. Нет. 528. Тоже нет. А, вот. 5, 2, 8. Ура, мы открыли ключ. Ой, мы открыли замок один. Что мы тут еще не делали? Так. Что делать с этой пещеркой? А что делать с рыбками? А это что такое? О, прикольно. Тут нужно эти переместить кубики. Понятненько. А, все оранжевое. К оранжевому. К оранжевой стрелочке. А все зеленое к зелененькой. Понятненько. Ну, сейчас все сделаем на ускоренном. Thank you.
Итак, сейчас перейдем кубик. Оранжевый кубик. И мы открыли сундук, и нам выпал ключик. Его как раз нужно использовать к сундуку. Такой красивенький ключик, бордовенький. Так, я видела еще одну пещерку, мы ничего не делали с ней. Попробуем-ка туда. А, лампочка! А, я поняла, нужно другую пещерку осветить. Ура! Теперь нам нужно опять же что-то сделать. Лабиринт какой-то. Ну ладно, сейчас все пройдем. Ура! Мы прошли! И выпал ключик! Открываем сундучок. Так, я плохо обыскала здесь все. Кот! Что? Я на якорь нажала, и мне выпал код. Так, 1976. Вводим. Не туда. Ура, сюда. Что дальше делать? Ух ты, кажется, я нас многие увидела вот такую вот красненькую полосочку. Я, кажется, видела ее на корабле. Ага, значит, ее нужно сделать вот так. Теперь поняла, для чего эти полосочки. Так, камню. Угу, желтенькая должна быть расположена вот так. Розовенькая. Ищем. Вот, розовенькая как раз была рядом, а я ее не заметила. И последняя осталась зелененькая. Угу. Ура! 2849. И мы открыли... Ура! Мы открыли сундук! Смотрим, что там. Ура! Сундук открыт. А кто додумался запереть туда всех этих уточек? Похоже, что не только у меня есть привычка запирать все на 12 замков. Время игры 5 минут 15 минут. Ой. 5 минут 15 секунд. Ребята, если вы хотите, чтобы я прошла эту игру всю, поставьте лайк, подпишитесь на канал, и вы будете на канале Папа и Дочки Геймс. С вами была Рита. Игра. Всем пока! Until something better came along.
things forever and